Вы в пати сидите? Вы все в пати. Не, ну в смысле в Дискорде сидите? Тиммейтами. Я в Дискорде сижу. Ну, один, или со своими, чё ты мозги ебаешь? Я со своими сижу. Ну, вы не в команде, в смысле, сидишь, чё ты, зелёный? Зелёный. У него нет микрофона. Жёлтый, иди на... Чмо ебаное, Здорово, ребят, как дела? Нормально, удачи тебе. Давай, удачи. I'm coming for you! О, повезло, повезло. Мой едет без оружия. Ладно, я не буду добивать. Хорошо. Пусть поднимет. Поднимай, поднимай. Иди поднимай. Здорово, спасибо. Я это, заберу мотоцикл, ладно, уеду. Да, давай. И жили они долго и счастливо. Эй, здорово. Здорово, братишка, как дела? Заебись, как у тебя? Нормально, погода супер, скажи. Охуенная погода. Давай, удачи тебе, брат. Удачи. Я так не дружаст, я просто разрублю пополам. О, ребят, что это такое? В смысле? С нами прыгал кто? Падал? Да, вроде нет. Подойдите, посмотрите, что это за фигня. Да ну. Кто оставил этот знак таинственный? Куда он ведет? А теперь главная программа утренних новостей Вашингтона – утренние новости. Таинственные знаки появились на кукурузном поле этой ночью. Чей-то розыгрыш или инопланетный феномен? Мы сообщим вам, как только получим новую информацию. Прости, я не слушал. Другие новости после рекламы. Прямо сейчас в Стиме проходит летняя распродажа, на которой можно урвать множество топовых игр по низким ценам. Ну а получить их максимально выгодно вам поможет Купикод. Ведь их страница с гифтами полностью повторяет распродажу Стима, даже на те игры, что недоступны в РФ. Кстати, по твоему сайту с одного видео я купил эту игру. Я думал, ты догадался по какому. Купикод? Ну конечно, долбаные америкосы с... В честь распродажи на Купикод проходит конкурс «Купили арт», в котором можно выиграть много призов, просто пополняя свой баланс. Пополнение Стима происходит очень просто, выгодно, с самой низкой комиссией на рынке и безопасно. Вводите свой логин, без пароля, мой промокод для дополнительных скидок и оплачивайте удобным для вас способом. Для зарегистрированных пользователей действует кэшбэк на каждое пополнение и покупку. А еще на сайте можно пополнять казахстанские аккаунты Steam в тенге и аккаунты в долларах. Купикод. Покупай и пополняй игры без головной боли. Я кончил. Четвертый, ты гений? Гений? Я гений. Гений? Гений. Гений. Правильно? Все верно. А чем докажешь, что это он? Я в доту играю. О боже мой, это все объясняет. Охренеть. Ой, исключен из игры. Ебать никнейм. Туда ему дорога. Как тебе удалось? Такой реакции в жизни не видела. Он достал меня. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть, ты? Surprise, motherfucker! Please don't kill me! Fast as fuck, boy! Still fast as fuck, boy! Bruh! Ни хрена ты желтый, блин. Я самый беспалевный игрок. Ты в окно поглядывай. Мое грязное. Ну, выйди, протри снаружи.
пей на здоровье! Что это? Отойди, подай, что-то прикол был. Что это за херня? Это вам патроны! Лови! Это что такое? Они убивают ультразвуком! Я ее вырублю! I got him! Не двигаться! Оставаться в тени! Вижу цель! Выдвигаемся медленно и спокойно! Ропаша, гранат, там! Лови гранату, пиздоша! Скажу одно, нервы у тебя действительно стальные. Двое зоны нокнулись. Ты один в один против кого-то остался. Хорош. Дамы хоть пару мужчин с собой привели. Двое вот тут на зеленые. А, двое на зеленые, значит у него сейчас двое остались. Хорош. Оставьте! А все, победа? Нет, по-моему, проиграли под два же. А, они нас перестреляли? Походу, да. Че, на экс пойдете? Да не, если бы выиграли, пошли бы, а так что-то как-то слабенькие какие-то. А, Дюб, мы выиграли, что ты рассказываешь мне? А, выиграли, да? А, ну, да, значит, выиграли. Иди ты в задницу. Мозгов у меня нет, господа. Но зато есть идея. Здорово, чувак, тебе конец, бро. Нормально, ты суицид. Че? Ассаляму алейкум, брат. Салам алейкум. Здорово. Синий, тебе сколько лет? Мне? Да, тебе. Ты же синий? Ну да. Не голубой? Не факт. Я в чуваке. Времена такие. Я понял. Ты с какой целью возраст спрашиваешь? Познакомиться хочешь? Времена такие. Да. Вот это злобный смех. А у тебя сейчас смех четвертый. Я не могу. Да я старый, пацаны. Прям привлекают. А как хоть? Времена такие, да. Ничего себе, кого вы позвали? Ну, этого, который был до этого с нами. Ну да, я и говорю. Это я, блядь. Сейчас отдерем всех. О, блядь, нихуя себе машинка. Дай-ка я покатаюсь, блядь. Ни разу не катался. Давай, вылазь. Давай, вези меня. О, аллилуйя, блядь. Вот это крутяк. Есть. Ярик. Есть. Давайте меня в друзья потом добавьте, вы прикольные вроде, ребята. Ну так, с пивком потянет. Да. Ха-ха-ха-ха. Пивасик у меня есть. Так я уже под ним. После ночной смены пришел, что еще делать? Ты
я не работаю, мне не надо. Нормально. Я на пенсии. Да, мне вообще похуй. Синий, тебе 25? Да как ты заебал, а? Ну, примерно. Примерно? Нихуя не определился, да? Чё, он голый? Услышал голос четвёртый. Хорошо жрать, приду к тебе. Да я сам уже раздетый сижу. Да я тоже, я тоже. И бабок у меня ебнешься. И нахуй работу. Да нахуй работу, я тебе говорю, вообще давно забыл. Так а ты что, в тюрьме работал? Да в какой тюрьме ты заебал, блядь? Он в ней сидит. Не-не, инженер, я инженер в сфере высших технологий, блядь. За хрень. Заблудился. Да пиздец. Куда идти? Куда идти-то? Да. В СС найдете, мне скажите. В СС? Да. Правильно говорите. ВСС. Окей. ВСС. Ты точно в тюрьме не работал? Так иди на... Да я тебе говорю, он до сих пор в ней сидит и играет сейчас. Я до сих пор в ней, да.